Эй, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Госдума, как всегда, отличнейшее настроение. Всем привет. Наконец-то вышел обалденный, классный пак бомб, называется G-Bombs Extra. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем тестировать. Сегодня мы сделаем не просто взрыв бомб, а будем еще кидать их по разной технике и смотреть, какой у каждой бомбы урон. Первая бомба у нас 500 ЛБ бомб. Четко. Ну, почти. Ого, его аж наклонило в одну сторону. Слабая бомба, надо дальше кидать. Следующий у нас бункер Бастер. Это ракета? А нет, ее надо кидать. И на раз самолет ее сбрасывает. Смотрим. Ого, она мощно. Смотри, аж танки подвинулись. Это было сильно. Чип 1.32. Это будут такие бомбы, что я уже так близко не смогу их бросать. Ого! Вот это оно лупануло! Че, полностью все разлетелось? Нифига себе, вот это она лупашит. Следующая у нас бомба Куки. Ого, что она такая большая. Тихо, не катись. О, сейчас четко опять попаду. Вот это у нее радиус. Нифига себе, давайте посмотрим, осталось что-то целое или нет. Тоже все уничтожило. Нет, еще какой-то танк целый остался. Тогда будем дальше сбрасывать, пока все не уничтожим. Фаб Фуил Аирбомб. А, это бомба, которая сбрасывается с самолета. Давайте ее подальше кинем. Ого! Хочу еще раз ее бахнуть, поближе к технике. Посмотри, как оно все разлетится. Вот это жесть! Просто все уничтожило. Есть вот такая бомба, фоап. Сейчас жахнет, наверное, сильно. Так, далеко кинул. Давайте прям в танки лупанем. Четко, по центру. Все уничтожило. Ничего не остается в целых. А вот одна машина еще есть. Она что дыбы встала, бедненько. Grand Slam. Вот это бомба. Нифига себе, она даже так тяжело бросается. Ого. Ого. Смотрите, какие аж полосы. Heavy Crust Bomb. Смотрим. Нифига себе, то бомба еще черная и дым идет. Что? Фу. А так и должно быть. Да. Ты понял? Угу. Это кассетная получается. А ну-ка еще разок, только поближе. Хочу посмотреть, как бомбы эти рассыпаются. Да, вот эти бомбочки рассыпались. Нифига себе, она может территорию зачистить. Просто есть один небольшой минус, что она вначале взрывается и раскидывает всю технику, а потом уже только эти кассеты разлетаются. Марк 82 бомб. Четко попадаю. Так, танки еще целы, но легковые машины все уничтожены. Военные машины тоже. Вот остались только пару танков, а броневика колеса снесло. А ну можно сесть с него? О, я еду. Три колеса от броневика. Ребята, обязательно ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Переходим к следующему паку, G-Bombs Extra Chemical. Liquid Taber Bomb. Странное название, язык можно поломать. Да что такое, почему она так сжахает? Ого! А что это за лучи она испускает? Типа радиация. Уничтожено все? Напалм бомб. Это напалмовая получается. Ну-ка, сейчас опять все уничтожит. Нет, урон не очень мощный. Это что, оно тут горит? Ай, оно реально горит, подожгло. Кстати, ну танки вроде бы как целые. А не, вот смотрите, у него прям тут двигатель загорелся. И дамажи дальше. Ладно, давайте поможем ему. У нас еще много бомб классных. Нитроген. А ну давай посмотрим, она вообще активируется или нет? Ой, я по танку попал прям. Это ж надо так четко попасть. Ладно, давайте мы ее тут прям поставим. И лупанем. Надо подальше отлететь, потому что 100% она меня убьет. Где наш мощный арбал? А, нет, все взорвалось. О, я кашляю. У тебя тоже есть такой звук? Так, ну еще все целое. Эти бомбы, знаете, наверное, против пехоты рассчитаны. Оксиген канистр. Что за канистр? Так, ее активировать нельзя. Сейчас мы ее так кинем. О, слабенькая, понял. Плазма-бомб.
Сейчас опять все взорвет. Ого. Ничего себе. Не, кстати, радиус у него очень маленький, потому что здесь машины стоят. У них даже колеса не попробивались. Так, мне мало. Я хочу мощную бомбу. Тиргаз. А, что она такая маленькая? Это просто газовая. А интересно, будет дамажить технику или нет? Вот зацепляет немножко машины. А, и все, да, просто. А ну-ка, если залечу. А, ничего не происходит. Понял, верно, во время взрыва только дамажит, хорошо. VX Нерве Агент. Что такое непонятное вообще? Это взорвется? Ух, четко попал. Все? А, ладно. Это очень странно. Следующий пак. G-Bombs Extra Firework. Это салюты! А вот это уже круто. Так, давайте посмотрим, как они запускаются. Ого. Ничего себе, она четко летит. Ровно, даже не падает. Ну-ка, интересно. Вау! Ого. Ребята, вы же понимаете, что мы можем сейчас сделать? Смотрите, мы сейчас вам покажем красоту. Я сделаю ночь. Мы посмотрим, как они взрываются ночью. Это же круто будет. А если я просто нажму? Вау. Вот это красота. А и такой вот салют есть. Ух ты. Ого. Она рандомно летит. О, а вот это вообще красиво. А если сейчас две таких и две таких? Вот это бомба, класс. Бриф кейс бомб. Вот что за кейс? Джимена. А я слышу, как он пикает. Ой, я его недалеко бросил. Хорошо, давайте еще один недалеко бросим. А что? А его тяжело далеко бросить. Ну-ка, посмотрим, как он взрывается. Давайте мы его все-таки вот тут, прям на танк положим. Ого, прикольно! Ну, танк целый. То есть урон очень крайне мал. С2. Ого. Ой, блин, она в воздухе взорвалась у меня. Сейчас еще раз. Смотрим, подорвет она танк или нет. Во-первых. А, она очень слабенькая. Довольно-таки ни о чем. Компакт ТНТ. О, это будет поджигаться. Давайте прям положим вот сюда вот. Толпу этих машин и посмотрим, что будет. Такс. Все, горит. Постоим здесь на горе, посмотрим, как она сейчас жахнет. Интересно, напишите в комментариях. Все машины взорвутся, правильно. Кто написал? Взорвутся все, вы все правильно написали. Демолитион С4. Если я еще ближе... А, я не могу ее взять. Ох ты, блин, я аж дернулся, зачем так громко? Слышь, ну колеса пробились у машины. Посмотрим, взорвет военную технику или нет. Все, прям четко, где двигатель находится. Напишите в комментах, взорвется или нет. Вот это будет интересно почитать. Я думаю, что нет. Бомба довольно-таки слабая, не должна активировать. А, это считается, взорвался или нет? Если колеса отлетели. Гун Повдер. За странное название. Никак. Значит, по ней надо стрельнуть. Да, она слабая. Суп эффект 3 гранат. Активировалась. Бросаем. Ого, она такая легкая. А, это электрошоковая. Ну, давайте вот тут вот положим в машине ее. Во, прям в центр машин кинул. А, они просто колеса потеряли. Слышишь, колеса полопаются? Угу. Так, они еще целые. Но машины уже не на ходу. Странно, что электричество так машины разрушает. Вот такая вот есть базука у нас. Что она делает, сейчас будем смотреть. Мне кажется, она будет очень мощно лупашить. Ого! А ну танк уничтожила? А ну-ка, давайте чисто в танк. Перезаряжаемся. Что? Что это за рикошет был? Оно рикошетит от танка. Ох, четко. Но она слабая. Я думаю, что если в легковые лупануть, оно точно взорвет их все. Давайте проверим. Оно под колесами пролетает и все. Да что? Блин, ну это прикольно, что оно рандомно летит. Ух ты! Вот это мощь! Классная базука. Обалденно. А если далеко ее стрельнуть? Посмотрим. Будет классно, она ровно летит. Нифига себе она лупит. Ты заметил, какая это мощь? Ага. Смотрите. Если там кто-то был бы, оно просто... Ого, стекла повылетали там.
Так. Timed explosive. Ну это такое. О! Что оно делает? О, это просто кидает, а бомбочки как будто. Ого! Ну танки целые. А нет. Уничтожат. Вот целый танк у нас есть. Давайте я прям под танк кину. Вот. Подкинет? Не. Кстати, даже урон не нанес, даже дым не пошел с двигателя. Жраниум поварет. Странное название. А ну ты нажми. Что она тебе дала? Сколько у тебя жизней? 573. Может какие? А ну прыгай. Может ты можешь прыгать? Может быстро бегать? Нет. Мне вообще так же. Ладно. И кто знает этот мод, напишите в комментариях, что оно дает. Ну то, что жизнь увеличивает, я вижу, но остальное я не понимаю. Зиппо. И что эта зажигалка делает? А ну если вот эти я стану. А, я поджигаю тебя! Ай! Ай-яй-яй! Нифига себе она жгет! А я могу технику поджечь? Ну-ка. Танк горит, смотри! Ого. Я поджег его. А, он сразу тухнет. Ну, прикольная тема. В принципе, можно деревянные постройки поджигать этим модом. Во, пошел у нас очень классный пак. Nuclear Weapon. Нитроген бомб. Сейчас попробуем ее швырануть подальше. У нее такая еще подставка странная. Что она дает, непонятно. Может, ей надо было как-то с места? Она, интересно, взорвется? Не понял. Давайте попробуем в танки кинуть, попасть хотя бы рядышком. Слабая. Один МТ Atomic Bomb. Ничего себе. Мы ее сейчас поставим вот так вот далеко, и мы по ней стрельнем. Вот, на контейнер. Тихо. Ух ты. Давайте посмотрим со стороны. Вот это оно взорвалось. Офигеть моща. Смотрите здесь, сколько огня идет. 400 МГ антиматерия. Вот такая маленькая. Так, надо быстрее бросать. Полетела. Как раз возле машин. Угона прыгает там. Ого. Где машина? Она все исчезла. Ничего себе. Так она такая маленькая. Что это из-под пола летит? Смотри. У тебя тоже есть эти эффекты крутые? Нормально лупанула. Fat Man. О, прикольная бомбочка. Интересно, она бросится далеко или нет? Так, кидай максимально далеко. Ну, это все, что я смог. Вот это жесть! Мне интересно, остались там целые танки или что-то? Ничего себе, оно все горит! Смотрите, как облака сделано. Но это не облака, это дым. Прям слоями идет. То теперь раз такой мод вижу, очень крутой. Смотрим, что-то осталось целое или нет. Ничего. Все сгорело. Кстати, один танк остался целый. Два, три. Три танка. Ладно, можем дальше бросать. Нам этого мало, крайне. Fusion Bomb. Ого, она легкая. По сравнению с теми бомбами так легко бросилась. Танки уничтожились даже на таком расстоянии. Хорошо, хочу еще раз. Ой, извини. Ой. Хотел тебя бросить вместо бомбы. Сейчас эти разлетятся танки, смотрите. Ого, у него башню оторвало. Вот это моща. Красивые эффекты. Кто делал этот мод, он просто красавчик. Очень классно сделано. Little Boy. Маленький мальчик переводится. Давайте подальше ее бросим. Я знаю, эти Little Boy все. Сейчас как жахнет, мы все сольемся. Ха-ха-ха, я только сказал. Ого, взрыв. Кстати, на удивление, вот эти машины только передние колеса оторвали. А, и задние, да. Странно они стоят. Тут даже, получается, мосты повырывало. Танки позгибало. Мощная бомба. Кстати, у меня что-то дамажит постоянно оно. Плутониум 293. Что, целое все? SM-2RR. Это ракета. Я люблю ракеты очень сильно. И... О, о, смотри. Сейчас мы ее красиво запустим. Полетела. Нифига себе, от нее искры идет и дым. Очень реалистично смотрится. Только она далеко полетела как-то. Надо ее в танки направить. Сейчас мы это сделаем. Ого!
Ну-ка. Красиво. Сейчас мы ее так направим. Сейчас она разгонится. Сейчас будет мега взрыв, смотрите. Ух ты! Вот это эффект крутецкий. Я знаю, как ее можно запустить. Ребята, сейчас мы сделаем эпик, смотрите. А блин, ничего не видно. Мне кажется, тут машины все слились. Нет, все целое. Если мы эту ракету положим и запустим ее, чтобы она от горы оттолкнулась. Давайте проверим. Буду прав я или нет, мне интересно. Вот так мы ее сейчас поставим. Запускаем, смотрим. Полетела. Так, отлетим подальше, чтобы не уничтожило опять нас. Да что ж такое, какой у нее радиус, блин, что она так доважит. Неплохо. Машина-то целая? Че машины целые? Space Nuke. Это не ракетка. Ну, Space Nuke, как переводится? Космический нюк? Не знаю, что это. Ну, это очень красиво. Царь-бомб. Мое любимое. Че она так бросается? Так, ладно, я ее полечу, положу лучше подальше. Мы сделаем, как в тот раз. Чтобы мгновенно слиться, я это, конечно, мы умеем. Давайте на старом нашем контейнере. По старой схеме делаем. Давайте попробуем ее активировать со снайперки. Ого! Вот это лупануло! Мега взрыв! Ого, еще в небе, смотрите! Ого! Это что-то эпичное. Я люблю такие бомбы, когда эффекты круто сделаны. Смотри, это прям гриб. Ты видишь? Так... Прям как купол какой-то. Вулкан. Вот это класс. Ролик точно заслуживает лайкосика. Ураниум 235. Так, его активировать невозможно. Значит, мы его ложим прям на танк. О, она тяжелая. Так, давайте ее будем активировать. Где мой арбалет волшебный? Ух ты, жахнула. А ну-ка посмотрим, есть какой-то урон? Ого, что за звуки? Что с танками? Вы что, танцующие танки? Что это было? Невидимый урон какой-то проходит? Nuclear explosion. Ого. Что? А, я его прям просто заспамнил взрыв? А если я туда наведусь вот так вот и его нажму? А если вот так вот? А если вот так вот? А если вот так вот? Да, не на большом расстоянии действует. Вот это жахает, прикольно. Тупо можно заспамнить взрыв. Такого я еще не видел. В один ролик не влазит весь этот гигантский мод. На следующий ролик мы оставляем вот такие мощные ракеты. Так что ждите ролик на следующий день. Будет продолжение обзора крутых модов. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Какая-то слабая бомба.